19 ноября Апатитскому центру социального обслуживания населения исполняется 20 лет. Это праздник для сотрудников и подопечных. Начать празднование дня рождения социального учреждения решили конкурсом кулинаров и открытием группы для маломобильных детей. В Апатитском социальном центре на Зиновьева 13А чаепитие и подведение итогов кулинарного конкурса. Презентации проводят социальные работники. Они показывают жюри вкусные работы своих подопечных. Последние не смогли прийти на встречу из-за возраста или здоровья. Например, опекаемый Марьяны Андриановой Данил Черков. Мальчик приготовил печенье. Мы с ним приготовили печенье песочное, называется «Любимое». В общем-то, это несложный рецепт. Входит в этот рецепт маргарин или масло, желательно масло, сахарный песок, какао, мука. Участники конкурса «Подопечные центра» готовили вместе с социальными работниками. И те, и другие за время знакомства стали друг другу почти родными. Результат конкурса превзошел ожидания. Жюри присудило первые места всем. То есть у них сложился союз. А это всегда очень здорово, когда дома сидит человек, особенно инвалид, и всегда знаешь, что в определенное время недели к тебе придет уже ставший своей, чуть ли не родной, женщина, девушка, которая с тобой поговорит, которая тебе поможет, и самое главное, немножко отогреет душу. Мы их стараемся социализировать, стараемся их как-то немножко расшевелить, растолкать. Вообще цель нашего учреждения для того, чтобы человек как можно дольше находился в своей привычной среде. Дома. Но когда дома человек один, никем не востребован, он, естественно, начинает заболевать, придумывать себе какие-то болезни, а потом действительно их к себе привлекать. Чтобы этого не произошло, мы устраиваем различные там флешмобы, различные конкурсы. Пример тому сегодня. Юбилей социального центра отметят во Дворце культуры. Весь ноябрь социальные работники будут принимать поздравления. В преддверии нашего праздника вообще хочется поблагодарить партию «Единая Россия» за то, что они не оставляют наше учреждение без внимания. Летом они помогают нам благоустраивать нашу территорию, приезжают в гости к нашим подопечным. Я знаю, что готовят нам подарок к юбилею, что тоже очень приятно. Спасибо большое.